А вот и самовар. А мы с Мишкой его уже неделю найти не можем. Вот что, давайте-ка здесь немного приберемся. Поможешь нам? Ты и Маша должны разложить все предметы в сарае по парам. Мишка будет показывать картинку с изображением предмета. Внимательно осмотри все предметы в сарае и найди тот, который подходит по смыслу к предмету на картинке. Когда найдешь, нажми на предмет мышкой. Ну что, начнем уборку? Все правильно, ты молодец! Давай найдем пару для еще одного предмета. Правильный ответ! У тебя замечательно получается! Давай найдем пару для еще одного предмета. Нет, эти предметы... Все правильно, ты молодец! Давай найдем пару для еще одного предмета. Нет! Правильно, ты молодец! Давай найдем пару для еще одного предмета. Правильный ответ! У тебя замечательно получается! У тебя получилось! Смотри, какой порядок у Мишки в сарае! А остальные предметы мы разложим как-нибудь в другой раз, правда? Нужно проверить, что там в огороде новенького. Ну-ка проверим, как тут все растет без меня. Хватит с нас этого огорода. Пойдем еще где-нибудь поиграем. У Мишки тут всегда такой порядок. Он у меня хозяйственный. Пойдем ко мне во двор. Ну-ка, чем тут поиграть как следует? Я очень люблю загадки загадывать. Только Мишка их отгадывать не умеет. Что не спрошу, рычит да рычит. Давай с тобой поиграем. Сейчас по телевизору будет любимая передача Маши «Отгадайка». Там будут загадывать загадку и показывать три картинки. На одной из картинок нарисован ответ на загадку. Просто найди правильную картинку и нажми на нее мышью. Давай. Передача уже начинается. Пыль увижу, заворчу и в два счета проглочу. Я знала, что ты угадаешь. Это пылесос. Отгадываем новую загадку. Он мяукает на крыше, и его боятся мыши. Здорово! Это кот. Отгадываем новую загадку. Горку каши зачерпнет и отправит прямо в рот. У тебя опять получилось. Это ложка. Отгадываем новую загадку. Лесом катится клубок, у него колючий бок. Да, это ежик. Отгадываем новую загадку. По травинке вверх ползет, на себе свой дом несет. Все верно. Это улитка. Отгадываем новую загадку. Пятачком в земле копаюсь, в грязной луже искупаюсь. Правильно, это свинья. Отгадываем новую загадку. Огород она вскопала, но ни капли не устала. Ну, конечно, это лопата. Здорово, ты настоящий мастер в отгадывании загадок. Давай как-нибудь еще поиграем. Мишка, мне скучно. Мишка! Придумала! Будем играть в сыщиков. Теперь от нас ничего не спрячется. Слушай описание животного, предмета или растения, которое нужно найти. И постарайся угадать, о чем идет речь. Когда найдешь то, о чем говорилось, нажми на него мышью.
Если не угадаешь, не расстраивайся. Послушай подсказку и продолжай искать. Но подсказку ты сможешь получить всего 3 раза, а то вы с Машей до вечера не управитесь. Маша ищет что-то круглое, с чем можно поиграть. Правильно, это мяч. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то, у чего есть корешок, стебель и листочки. Молодец, это розовый куст. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет инструмент для работы в саду или огороде. У него острые зубы. Верно, это грабли. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет предмет, который можно открыть и закрыть. Я знала, что ты угадаешь. Это зонтик. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет домашнее животное. У него острые зубы и хороший нюх. Правильный ответ. Это собака. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то, через что можно прыгать. Все верно, это скакалка. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то зеленое и продолговатое. Да, это огурец. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то круглое и зеленое. Молодец, это арбуз. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет что-то, что можно надеть на голову. Ну, конечно, это панамка. Давай поищем еще что-нибудь. Маша ищет дикое животное, которое любит есть капусту. Нет, это не тот предмет, который описывали. Маша ищет... Ну, конечно, это заяц. Ты молодец. Самый настоящий сыщик. Если захочешь еще что-нибудь поискать, приходи. В железную дорогу больше играть не будем, а то дяденька-машинист ругается. В Мишкином огороде столько всего интересного, нужно зайти. Ну-ка проверим, как тут все растет без меня. Пора посмотреть, чего у меня вот. Пойдем гулять дальше. Хорошо сегодня на улице. Давай здесь немного поиграем. Здесь ты сможешь посмотреть, какие игры вы с Машей и Мишкой уже с этим заданием мы еще не справили. Но это только пока. Это домик Мишки. Давай посмотрим, во что здесь можно поиграть. Мишка! Ну что, пойдем? Хорошо сегодня на улице. Давай здесь немного... Нечего. Хорошо сегодня на улице. Давай здесь немного поиграем. Ну-ка проверим, как тут все растет без меня. Это Мишкин сарай. Чего тут только у него нету. Правда, не... Мишка, посмотри, как я умею. Ой, я совсем забыла, что обещала Мишке привести в порядок его коллекцию марок. Что ж делать-то? О, придумала! Давай сделаем это вместе. Тебе и Маше нужно разложить марки в Мишкином альбоме. Внимательно смотри на марки и находи среди них ту, которая не подходит по смыслу к остальным.
Когда найдешь такую марку, нажми на нее мышью. Правильно! Эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Давайте искать следующую неправильную марку. Да, мы нашли лишнюю марку. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Давайте искать следующую неправильную марку. Правильно, эта марка не подходит к остальным. Спасибо тебе! Мы все-все марки разложили по своим местам. Правда, было интересно? Если захочешь еще поиграть марками, только скажи –